Так, ребята, приехал, подкинули голубей, пойдут, не знаю, но ветерок есть. Ветер стал, значит, западный. О, молодой рябой, Андрюха, вот, молодой рябой, черноголовый. Ну, внизу тут, внизу. Да, вот это, в нижних. Нормальный ветерок. Поднимается. Не, с этой, вот, с этой. С этой. Не, говорю, с этой, с этой. С этой. Там я всех выберу. С этой. Что ж там брать? Там еще выберешь. Так, подъем. Молодых всех первый плод загнал. Рыжа полосатого не бери. Подъем переворота. Ага. Там есть что собрать. Рыжополосатого забрал в Северодонецке. Ролик скину. Да, бери все, что там, ага. Что свободно. Хорошая погода, так они раскрытые. Ветер аж на южный поворачивается, смотри. Ага. Вот, в нижних паре вроде бы черноголовый, понял? Андрюх, а вот в этой паре. Это молодежь. Хорошо, что не берется вверх, правильно? Им еще, ему не надо, да. Да здесь. Они в этой голубятне. Вот в этой. Так, время надо посмотреть, во сколько погнали. Хорошо ребята набирают. Голуби. Чуть оттяжка, я люблю такую погодку. Вон они пошли в гору. Черноголовый поехал до гарбаря. Ничего, пройдет. Пусть лучше так. Да. Погнали без 20. Без 20. 17.40 погнали. 17.40. Набор высоты. Хорошо там раскрыто. Поднимается. Не переживай. Поехал до гарбаря. Ага. Как Дима, знаешь, как Поздняков ролик назвал? Не жалейте за тех, кто залетел, а радуйся тех, кто вернулся. То, что Дима написал, мы уже знаем лет 30. Точно. Ну ничего, он же не нам написал. Угу. Надо навести камеру на даль, настроить. Вот он черноголовый. Вернулся? Ага. Не могу камеру на даль настроить, понял? Глаза настроил. О, настроил. Да никуда кинет. Там же, где я кидал. Он, слышь, с бусетой. Очень хорошо. Пошли, все. Снимай посадку черноголового. А где он? Ага. Ну не знаю, я таких двух рябок кидал. Может и не он. Да, может и не он. Я таких два кидал. Один такой, помнишь? Такой как. Да, хорошо. Поднабрали. Спокойненько так стоят. Каждый сам себе. Сколько, Андрюха, штук? Посчитай. О, пойди, что на середине. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Я не знаю. Она еще погнала туда, на 8, 9, да.
9 штук, Андрюха, ну, значит. Скажем так, не над двором стоят. Ага, оттяжка такая. Да, ветер. Западный, да? Да, ветер западный. Метра 3-4 в секунду. Ветер хороший. Да, метра 4 в секунду, хороший ветер. Ветер 4 вперед. Так. Хорошо, ребята, собрались там. Штук 6 сейчас покажу вам. Да нет, вот так погода класс, они там, они гопки стоят. Он верхний уже тут, понял? Ага. Он так быстро падал, думаю. То, наверное, этот мазанный. Вон, смотрите, 6. Погода там класс. Так Чубатова ты выкидал сегодня, да, Витя? Утром. Да, да. Значит, я не виноват, кто меня ввели в заблуждение. Ага. А я рад, что Батю пришел. Хорошо, что бурая пришла. Вот это молодец, как бы, да. Видел, какого она цвета? Она же линять начала. Я видел. Так она, он как бура, а это такой, такой сильный. А. Сколько там все вместе? 6 или 7? 5. У меня 5 вместе. Ну и потом по одному там. Да, по одному. По одному впереди, а там одно и второе. Там два, и подбирают они вроде бы. Вот меня Володя Воронянский спрашивал, какую камеру брать. Надо брать камеру с видоискателями, чтобы угол поворачивался, угол у видоискателя. Вот сейчас я голубей поставил, как бы они в горе, а видоискатель повернул. И как бы я смотрю горизонтально, а камера у меня направлена вверх. Чтобы голову не забирать, с поворотным видоискателем. Видоискатель, чтобы изменял угол. Это специально, чтобы можно было вверх смотреть, башку не поднимать. Удобно, хорошо. Ты компьютерщик. Не, сегодня не будет, завтра будет. Нет, завтра будет.
с этой напады, да, у него как хвоста не хватает. У какого каната? За кого вы укажете? Да не, у него такой хвост. У него такой хвост. Пидорастический. Он такой. Голубятки у него. А может перин, может перинки не хватает. Может, может крайняя пера не хватает. Да. Та-та. Ничего в нем, ни козы же, ни рожи. Какая высота? Да ну, 1 метр, я думаю, до 1000, до 900 может. Ё-моё, 900 метров? А другие? Ну вот пара, Андрюха, иди я покажу пару. А пара вот тоже. В точках почти все, да? Над тобой, в общем, да, ловить? Да, надо мной пару поймал. А то можешь тоже пару. Мы пока... Где Андрюх? Ребята, мы отходили... Смотреть, яйца цыплят. О, поймал одну. И я одну поймал. Одну? Это вы что, высшее взяли? Не, наверное, ниши. Ниши, он пошло туда. Он пошло так, на девятиэтажку. На какую? Ну, вон какой-то, он на гарбор одно пошло, голубя. Твою мать, ты берешь на 400 метров. Да. Ладно, сейчас буду смотреть больших, высоких. Сейчас буду смотреть. Не, пару я тебе сейчас покажу, ты увидишь, если подошел. Опа, поймал. Вот, вот и пара стоит. Не, обожди, обожди, я одного опять поймал, только уже другую. Одного какого-то, сейчас буду смотреть, возле него что-нибудь. Если одного поймал, это он выше. Это вот это крупная тут. Да. А пара пониже. Какого-то одного поймал. Андрюх, а вот этих видишь нижних? Вот пара. Вот пара. Видишь нижних? Одно нижних. Ну вот два. Одно рябое, одно что-то не рябое. А, да, да. О, а теперь бери правее, покрупнее. А еще выше их одно. Крупная точка такая. Ну эти метров на 700, я думаю, а то еще выше. Пара? Да, пара. Не, ну вот эти нижние метров на 350 стоят. А я за того. Да. Флаконы по центру лампы? Ну да, что, только что вот этот ободок бери. Ага. Понял? Да. Сейчас должен ловить их, всех троих. Нет. А, ну правильно, да, да, да. Да, вот да, да. Ага, правильно берешь. Понял, правее лампой бери. Ага. Я что, пойму? Ля, сейчас трое вместе, только одно выше, а пара ниже. Да, да, там трое. О. Посветлее, да? Ага, посветлее. Ну правильно берешь, вот так, да. Чтоб ободок вставался у тебя с левой стороны. Ага, так, я понял. Типа полумесяца. Вот они сейчас все трое, ты должен их троих как бы поймать. Ага. Он и встает к ним, понял? Не поймал? Ничего так, не видишь? Да ну она не фокусирует. Вот так. Вот так. Ага. И бери в центр, ну как бы по центру лампы. Так. Вот этот полумесяц. Ага. Рядом-рядом прям полумесяц бери, чтоб. И должен поймать. Ну вот так чуть может, знаешь, вот так. Ага. Чтоб полумесяц у тебя был с левой стороны. Ага. Четко стоит. Ладно. Даже они аж чуть пара поддала к нему, а он к нему, да. В общем, ага. Уже высота не та, метров может до 800 все. Понятно. Ну хорошо. Ладно. Это молодой. Я думаю, что он в горе не был. Но я его кидал первых. Молодой такой, рябогорлый. Помнишь вот это? Это молодой падает. Не знаю, был в горе, нет, но хорошо. Ряба этот такой, слышишь, Андрюха?
Молодой. Где там? Ага. Понятно, трое там, но... Ага, это нижние, понял. Тут есть трое вверху и, там, и двое, и трое было внизу. Вот это гарбор. Вот, вот, да, внизу, вот сейчас, внизу Брежнев, в нижней, в нижних. Брежнев вот это вот. А второй кто? А второй сумачка, наверное, или одна сбоку моя. Ну что-то или одна сбоку, или через одну одна. Понял? Не в нижних. Вверху. Не, ну внизу, вот нижний. А, понял, сейчас гляну. Ага, ага, да, да, да. Тут. Ага, внизу четверо. Да. Там, там вилочка, мазана еще кто-то. Внизу четверка. Да, 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 да. Все, это муж, муж этой здесь, вот это сплошной такой, знаешь, с дыркой в крыле. Муж горелой, дрябчастый, молодой дрябчастый. Ну как молодой, да, тот маленький. Ага, ну эти тут в горе, конечно, эти тут пониже, сколько они там отлетали. Сейчас посмотрим, сколько эти. Голубя у них будет. Да, голубя одно есть. А, да, одно голубя. Так. 50 минут, ни много, ни мало, 50 минут. 50 минут, а те, конечно, дольше полетают. А вот бурый какой-то подошел, или рыжий поясный. Да, рыжий поясный старый. А ты его кидал? Я нет. Значит, он со... А мы его и не кидали. Ну так он сам сорвал. Мы его не кидали, я не знаю, когда мы его кидали. Он же что, и голубят не может, я когда голубей открыл, он сам сорвал. Как? Сиреневого боку и загнали. Нет Павла. Да, была неизвестна, осталась неизвестна. Три часа летала, да. Три часа летала. Так, 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 так. Одному, ребята, стоят как ординарцы. Вот пара, пара и одна. Вот, ага. Пара на белом, да, пара. Да. Сейчас я хочу ту тройку. Не балуйся. Да? Вот, а, ну ты стоишь. Да ладно, я не уверен. Вот они прошли белую на синюю. Хорошо. Да. Да, вот над рыжеполосатым они сейчас пара. Сейчас, над рыжеполосатым. Как белая вот эта пля, такая полоска. Сейчас, ага, а так. И чуть так. От рыжеполосата куда брать? Назад, назад брать. Да. Трое, все трое там, я вижу. По паре я вижу, что там белые с ними. Ага, да, хорошо. Крупные точки. Все на месте, Витя говорит, все на месте. Четыре ниже и три выше, семь штук. И рыжеполосатого не считаем, восьмой. Толчасик. Брежнев, уже даже солдатку гонит на... Да, какой плод, на четвертый уже плод гонит. И кто с ним, сейчас посмотрим, кто с ним.
А, вот это ж одна сбоку, наверное, моя. Или вставнячка этого. Или сумачка. Пара отлетала, сейчас посмотрим, сколько. Лист 20 погнал. О, уже час 4 минуты. Час 4 минуты. Верхние подольше полетают. Это голуби полтора часа, нижних сейчас вам поймаю, а верхние буду лупозже ловить. Вот пара стоит, брежнев с кем-то, с одной сбоку или с оборнячкой. Полтора часа. Это нижние. Одинаковые типа, да? Пару вижу, а должен, наверное, с белым быть. Голуби, ребята, час 40. Это я снимаю нижнего, а Витя видит пару верхних. Но там должно быть трое. Не сдают они? Не, не сдают. В точке. В точках голуби. Ну так, чуть мельтешение видно. Ну, крупная точка. Ага. Час 40 в полете. Ну, белого не вижу с ними. Ага. Ну, может, что солнце зашло. Так, час 50 садится Брежнев. В горе осталась четверка. Вон повыше его. Кто ж там, бля, мелькнул повыше. Так, 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 кто ж то такой? А, ну это что с ним? Одна сбоку или через одну одна? Это что с ним было? Та два часа вылетает. Ребята, покажу вам голубей сейчас. Пошли на второй часик. В общем, два часа уже улетают. Сейчас попробуем поймать. Опа, поймал. Вот пара. Мазанный. И одна сбоку или через одну одна. Это пара нижних. Они уже пошли на, в общем, два часа отлетали, на третий час пошли. И пара выше еще есть. Ну, Витя ищет ту пару, не знаю, найдет, нет. Витя ищет вторую пару. Вторую не видишь пару, да? Нет. Угу. В общем, еще сейчас посмотрим время, сколько. Без 20 их погнал. Ну, вот уже 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут, 4 штуки. Нижние голуби 2.20. Верхних не видим. Сейчас попробую все-таки. Так вижу, а так нет. Ладно, чуть попозже поймаю, все равно поймаю. Нижних я покажу вам потом чуть позже. Вот поймал. Вот пару, видите? Ага, камера уже плохо фокусирует. Но это нижние. А, она у меня на дальний настроен. Еще раз на дальний настроен. Опля, настроил на даль. Сейчас поймаю. Собака. Ага, вот так вот. О, как хорошо. На дальний настроен. Все, вот они. Одна сбоку или вставнячка, и мазанный. А нету горелой вилочки и еще кого-то. Может, козюля стала. Пары еще нет. И Витя не видит верхних. Пошли какие-то такие тучки непонятные. Возможно, забрало, может, отошли. Ну, в общем, 2,5 часа. Голуби в горе.
Отстояли голубь, садятся. Так я до конца не пойму. То ли это одно сбоку, то ли это через одно. И рядышком мазаны. 2,5 часа. Свет уже включил. В домах уже свет зажгли. Хорошо стоят. Красиво садятся. Если сумочка, то хорошо. Хорошо себя стало показывать. О, как, видите, как может мазанный падать, вот так вот, думает, нахер вы, сколько ж уже можно, уже надо слетать, голубенка кормить. Молодец мазанный, так можно сбивать высоту. А та не может так сбить. Два с половиной часа, ну уже чуть больше, на 2,40 натягивает. Этот уже вот здесь, бросил ее, мазанный. Сейчас глянем сколько. 2,35 мазанный. Ну вот, а немножко подольше. Пары так и нет, ребята. Пары нет, завтра будем ждать. О, молодец. Мазанный сразу на голубятню сел. Улю-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 лю
Иди голубят корми. Голубку уже на третьи яйца посадил. Садят, вернее. Ну, чуть-чуть больше полетало. Сейчас летит, посмотрим, моя или сумочка. Пары нет. Нету горелой, козюлистого. Ну и леший, не знаю, есть, нет, как-то так лешего не вижу. Так, ну что, смотрим, кто же там у нас прилетел. Уже зашла. Блять, как похоже они так. Ну что, моя не... Эх ты ж, блядь, не поймать собак. Ну что ты? Сумочка, молодец. Сумочка. Ну-ка, номер кольца. Ну-ка, давай все-таки скажем. А, это что это? Вот только же. Так, разберусь я номер кольца. Ну-ка, 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 подожди-ка.
Кольцо не именное, именное кольцо. Молодец, сумочка. 2, почти 2.40. Садится, ребята, пара. Я уже уходить, там голубя, цыплят покормил. Выхожу, ляп-ляп-ляп-ляп. Уже все, хотел свет выключать. Вот пара садится, последние. Это те, которые были. Улю-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 лю. Всех выше. Уля-уля, улю-лю-лю-лю-лю-лю. Вот возвращается. Улю-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 лю. Уля-уля-уля. Вот слышите, ляп-ляп-ляп-ляп. Кто ж это? Улю-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 лю. Уля-уля. Улю-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 лю. Сейчас поймаю вам, ребята. Улю-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 лю. Уля-уля. Улю-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 лю. Улю-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 лю. Уля-уля. Улю-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 лю
Козюлистая вилочка вроде бы. Хорошо, что я зашел цыплят покормить. Все, сели. Сейчас мы, ребята, смотрим, сколько времени. Села последняя пара. 2 часа 50 минут. 2:50. Сейчас посмотрим, кто. Уля-уля, опа. Улю-лю-лю-лю-лю. Так, это вилочка. Молодчина. Один голубенок у нее. И сейчас второго дождемся. Молодец, вилочка. А вот Володя. Молодец, Полтава. Воронянский Владимир. Отличная голубка. Так, ну кто ж тут еще? Сейчас обождем, ребята. Кто-то ж еще с ней сел. Думаю, что козюлистый. Мысника или Максимова. Ну так вот, видите, летчики показывают чужие голуби. Все практически чужие отлетали в этот полет. Полтава, Максимова мысник, Сумачка. Все чужие голуби. Молодцы. Все голуби небогона, так называемого. Так, пока все, пока не вижу. Пока покормлю эту вилочку, может и последний слетит. Хорошо, что я не ушел. Не видел, как они падали, откуда, чего, но что были в горе, это факт.